Семечки Лёва. Для времени любого. Спрашивайте в магазинах города. Наш регион расположен в климатической зоне с холодной зимой, поэтому вопрос подготовки к отопительному сезону является актуальным для всех владельцев недвижимости. Практически на следующий день после окончания отопительного сезона начинается подготовка к следующему – подготовка к зиме. Это трудный период как для всех работников коммунального хозяйства, так и для жителей города. Чтобы узнать, когда планируется начать отопительный сезон, какая для этого должна установиться погода, какие объекты будут подключены в первую очередь и какова их готовность, мы обратились в Комитет городского хозяйства администрации Шадринска. Как пояснил заместитель руководителя Комитета городского хозяйства администрации города Шадринска Сергей Развежаев, начало отопительного сезона в жилых домах напрямую связано с погодными условиями. Так, приказ о начале отопительного сезона подписывается главой города, если среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 суток не поднимается выше 8 градусов. Однако, это вовсе не означает, что батареи нагреются именно в этот день. Все будет зависеть от готовности управляющей компании и ТСЖ к приему тепловой энергии. А вот тепло в социальных образовательных объектах, таких как школы и детские сады, не так зависит от погодных условий. Начало отопительного сезона во всех школах и детских садах города планируется уже в ближайшее время, и готовность этих социальных объектов составляет 100%. В целом, в городе создан нормативный запас топлива, ведется ремонт оборудования и теплосетей. Но дата начала отопительного сезона пока не называлась. Предстоит большая работа, ведь еще нужно восстановить благоустройство там, где ремонтировали теплосети, и улучшить сотрудничество с управляющими компаниями в части подготовки к зиме самих домов.